мастер Майлз. Грош! Ёжик! Эй! Ну идите себе! Без вас даже интересней. Ребята, ну-ка не свистеть! Денег не будет! А это я свистела! Как ты? Этого не может быть! Девушки не должны свистеть никогда! Это неприлично! Хорошо, не буду. Сердце грибы и немного соли. Ой, и пельмени. Как без... Так, сейчас мы это распечатаем. Ага, так. Один. Как там на свободе? Пока тихо. Это подозрительно. Надо рвать когти. Когда? Сегодня, в полночь, после вечерней проверки. Свист происходит следующим образом. При выдохе воздух выходит из легких, попадает через горло, в полость рта и оттуда наружу. Однако, если на своем пути он встретит особо сложно сформированное препятствие, например, губы, сложенные трубочкой, или, например... Ёжик! Эй! Это подозрительно. Ребята! Эх, жалко. Ну, спасибо, братцы. Ух, я навеселился. До следующих праздников хватит. Первым. У кого самое длинное слово? Пожалуйста. Метанол. О, круто. Так-так. Ага. Нет. Ну что тут думать? У вас два замечательных слова. Опус и литр. Я думал, что может другая комбинация дала бы больше очков. Нет, я уже просчитал. Эти 22 очка максимум, что вы сможете выжить из данной ситуации. Эх, 22 очка, это хорошо. Когда я смотрю на тебя, я забываю про все на свете. Я забываю про свой голод. В этот раз мы можем не успеть! Раз и два и...